На улице Калинина, 22, открылся очередной филиал сети «Дешевая аптека». Любой покупатель останется довольным, так как ассортимент лекарственных препаратов, витаминов, БАДов, косметики по уходу за собой не имеет границ. На торжественном открытии филиала побывал и директор главного офиса сети аптек. Рад приветствовать новую аптеку в нашем подразделении в Кызыле. Замечательная, светлая аптека. Достаточно товаров для любых категорий покупателей и очень грамотные специалисты. Поздравляю аптеку с открытием и желаю, чтобы все складывалось благополучно. Отличием данной сети аптек является бонусная карта покупателя, которая позволяет сэкономить на покупке и накопить баллы на следующую. По случаю открытия нового филиала первых покупателей ждал приятный сюрприз. Жители нашего микрорайона очень рады открытию новой аптеки. Не придется далеко ходить за лекарствами. Очень приятно, что мне подарили подарок за мою первую покупку здесь. Помимо накопительной системы, в каждом филиале дешевой аптеки действует программа регулярных скидок на различные товары. Также на базе данного филиала проходит розыгрыш на покупку от 1000 рублей. Вы сможете стать обладателем ценных призов. Арлана Байду, Владимир Сюртук, Дуржуссат, телеканал Тува-24.